Хотелось бы поговорить по поводу вот таких вот часов Amazfit Bip. Часто люди спрашивают, доволен ли я часами, нравятся ли они мне. Да, это умные часы, фитнес-трекер. Да, в содружестве с компанией Xiaomi сделали специальные часы, которые можно подключить к их приложению, к Mi Fit. Вот люди спрашивают, интересуются, можно ли подключить к айфону. Да, можно. Через какие-то костыли можно. Далее второй вопрос по популярности идет. А можно ли на них поставить какую-нибудь утилиту? Могут ли они переключать треки музыкальные? Вот вопрос. Зачем это делать, имея там iPhone, имея беспроводные наушники? Неужели беспроводные наушники не могут переключить трек? Обычная вот гарнитура имеет вот такую кнопочку, при помощи которой, проводная, при помощи которой можно переключить трек на следующий. Далее второй вопрос, уже от меня. Зачем людям, которые слушают музыку, которые сохраняют себе определенные треки на телефон, ставить туда треки, которые они не желают слушать, которые они хотели бы пролистать? Не проще ли ее удалить, либо не закачивать в телефон, либо там не отлаживать в плейлист? Ну, в общем, вы поняли. Зачем делать такие костыли? Это фитнес-трекер. Он предназначен для того, чтобы считать ваши шаги, показывать время, долго держать заряд, мало весить, быть водонепроницаемым в повседневном использовании, то есть, чтобы с ним можно было купаться, который может померить ваш пульс, который может отследить ваш сон. Зачем вам музыка? Я вот этого понять не могу. Ну, если ты хочешь переключить, ты можешь даже кнопкой на обычной проводной гарнитуре нажать и переключить во время воспроизведения. Все это элементарно. Зачем усложнять жизнь и перелистывать треки на Amazfit Bip? Непонятно. Apple Watch круче. Да, круче. Но и стоит он гораздо дороже. И он может там перелистывать, да? Ну, ради бога. Просто смысл этого я не понимаю. Может быть, там кому-то лень нажать на кнопку, кому-то лень там свайпнуть по наушникам, кому-то лень достать телефон и просто переключить на другой трек, либо удалить ненужный. Ну, это все от того, что мы слишком сильно обленились. Просто не хотим этим заниматься. И все. И придумываем какие-то новые вещи для того, чтобы через костыли запустить перелистывание музыки на Amazfit Bip. Ну, ради бога, если у вас есть лишнее время, есть желание помучаться, ваши проблемы. Нравится, если вам это, этот мазохизм, то вперед. Вот, что хотелось бы сказать. Те люди, которые в 2019 году думают, в середине, скажем так, 2019 года, покупать или нет, первый релиз. Доберите, не думая. Если есть чуть побольше денег, возьмите второй. Возьмите там Mi Band 4 с NFC модулем. Не пожалеете в любом случае. Если у вас до этого не было никакого фитнес-трекера и умных часов, которые там считали ваши шаги, и это вам действительно нужно, даже если вы этим никогда не пользовались, даже если вы понятия не имеете, для чего это, просто возьмите и начните ходить 10 тысяч шагов в день. Вы втянетесь, вам это понравится. А если не понравится, в любой момент можно зайти на любую площадку и продать свой ненужный девайс, который вам просто-напросто не зашел. Хотя навряд ли. Попробовал один раз такой трекер, вы уже надолго подсядете на эти 10 тысяч шагов. Кто-то делает 18, кто-то больше, кто-то меньше. Но это как лишний мотиватор, который заставляет вас двигаться вперед. Ну а на этом всем пока.
До новых встреч. Подписываемся на канал, ставим лайки и не забываем добавляться в друзья. Пока!